Итак, мы продолжаем наш тест новинки Renault Fluence. Машина-седан для стран с развивающимся автомобильным рынком. И в отличие от большинства своих аналогов, она не имеет предка в виде хэтчбека. Этот седан изначально сделанный как трехобъемный автомобиль с чистого листа. Предок Fluence Renault Megane Sedan передал новинке часть своих агрегатов, а кроме того концепцию, прежде всего огромный багажник, который стал еще больше, просторный салон. А вот над чем серьезно поработали французы, так это над улучшением качества пластика. Отделка Megane была довольно спартанской, но в остальном концепция автомобиля для развивающейся страны сохранена. Такое ощущение, что Fluence не только будет производиться в Турции, но и разрабатывался специально под Турцию, под ее хаотичное броуновское движение на узких городских улицах. Впрочем, для Москвы и для крупных российских городов это тоже, в общем, подходящая история, то, что надо. Посадка довольно высокая, ее можно себе обеспечить, хороший обзор, большие зеркала, и самое главное, что при довольно простом салоне и при внешнем ощущении автомобиля, ну, относительно крупногабаритного, он очень хорошо вписывается даже в узкие щелки между машинами, на нем можно очень хорошо маневрировать, и чувствуется, где машина начинается, где она заканчивается. Плюс к этому очень радует маленький радиус поворота и неплохая маневренность. А в сочетании с очень короткой первой и относительно короткой второй передачей, которые подхватывают машину сразу с низов, ее можно даже назвать коротким и емким русским словом «юркая». Юркий автомобильчик. Между прочим, на колодцах, стыках и особенно на брусчатке, а брусчатых улиц в турецких городах, особенно в старых кварталах, немало. Так вот, брусчатка – то место, где обычно на этой стиральной доске, вот этих острых и мелких вибраций, понимаешь, насколько хорошо или насколько плохо собрана машина, насколько хорошо или плохо подобны детали, прежде всего, салона. Так вот, не врут французы, действительно, они серьезно поработали над качеством, и ну, автомобиль не производит впечатления погремушки. Во всяком случае, ничто не раздражает слух, ничто не трется друг об друга, не звенит и не скрипит. И вот все это, и хорошее чувство габаритов, и хорошая обзорность, и длинное сцепление, и вот этот момент, который на первой и второй передаче подхватывает машину, не дает ей, в общем, большого шанса заглохнуть. Все это превращает Fluence не только в машину, которая может использоваться, не знаю, в такси, например, в качестве корпоративного транспорта в городах, в качестве такой машины-хозяйки, но и в качестве семейного автомобиля, причем в расчете на водителя неопытного. Fluence может стать действительно первым, во всех смыслах, первым автомобилем в семье. И основным автомобилем в семье, и первым для людей, которые до этого передвигались на автобусе или на метро. Впрочем, и человек, имеющий определенный большой или маленький накат, опыт езды на разных машинах, тоже для себя отметит, насколько, в общем, без больших огрехов расположены органы управления, все под рукой. Довольно четко работает коробка, ошибиться с выбором передачи, в общем, проблематично. И отдельно хочется отметить работу климатической установки, потому что действительно вот эти три режима, и режим soft, и режим auto, и режим fast, самое главное, работает очень хорошо. Когда на улице жарко, вот нажимаешь кнопку fast, буквально 2 минуты проходит, и салон автомобиля действительно очень неплохо охлаждается. Насколько работает эффективно печка при забортной температуре в 25, проверить, честно говоря, тяжело, но это впереди, когда машина будет в России, и у нас будет возможность еще застать морозы, надеемся, в момент появления Fluence на российском рынке весной 2010 года. Ну, у тех стран, для которых сделан Fluence, не только кривые улочки, у них вообще кривое автомобильное детство. Автомобилизация началась в этих странах очень поздно. А раз так, то трудное и кривое автомобильное детство – это еще и трудные дороги. И
этим машинам по ним ездить. А раз так, то им нужна очень хорошая энергоемкая подвеска и хороший запас прочности. Ну, запас прочности за один день мы оценить не можем, а вот что касается подвески, то попробуем понять, что она из себя представляет, выехав за город на грунтовочке. И я вам доложу, весь опыт, который был реализован в Renault Logan, его бесподобный. С одной стороны, длинноходный и комфортный, с другой стороны, ну, очень энергоемкой подвески, непробиваемой подвески, он весь развился и во Fluence. Если брать шестибалльную систему оценок, как в фигурном катании, то это 6-0, причем по всем параметрам. Пятибалльной не хватает просто. И машина позволяет идти с хорошим запасом хода по кочкам, ямам. И, ну, при всем желании пробить подвеску довольно проблематично. Да, и при этом подчеркну, что машина не представляет из себя абсолютно костотряс. Она продолжает оставаться такой же мягкой, плавной, комфортной. И вот что умеют французы делать действительно, так это сочетать несочетаемое, сочетать комфорт и, повторюсь, потрясающую совершенно энергоемкость подвески. А еще дорожный просвет тут на уровне. Уровне гораздо более высоком, чем предлагают производители для рафинированной Европы. 12 сантиметров – это минимум, который гарантируют французы при полной загрузке машины с кумом, сватом, братом, снохой и невесткой в салоне. Да еще и урожаемый 6-соток в багажнике. Поездки по грунтовке вызвали, ну, разожгли какой-то спортивный азарт, и хочется вернуться в город уже по автобану, где втопить педаль на полную. Настолько полную, насколько разрешают турецкие правила дорожного движения, которые гораздо либеральнее российских. А вот на автобанах наступает легкое разочарование. В Турции есть очень плохие дороги и есть очень хорошие. Если в первом мы очень схожи, то во втором сильно отличаемся. Посему, может быть, вот эти автобанные наблюдения будут не так интересны нашему зрителю. По таким дорогам на этих машинах в России, если придется ездить, то очень и очень мало, потому что, повторюсь, просто негде. И все же. Тот акустический комфорт, который очень понравился и в городе, который очень понравился и на побитых жизнью сельских дорожках, вдруг он куда-то пропадает, хотя под колесами идеальный асфальт. И вроде бы все к тому, что именно здесь и нужно до конца наслаждаться комфортом, который дарит Fluence, а нет. И все портит мотор в 1600 кубов, бензиновый мотор. Вернее, сочетание мотора и коробки. Я думаю, что здесь, может быть, даже трансмиссия, как раз это тот самый половник дегтя, который попадает в эту вот бочку меда. Такое ощущение, что действительно коробку делали под город или под очень и очень и очень экономичный режим вождения. На четвертый, вернее даже уже на третий, четвертый, не говоря уже о пятой передачах, вот внизу не происходит ничего. Такое ощущение, что педаль газа просто проваливается в пол и никакой связи с двигателем нет. Для того, чтобы эффективно разгоняться, нужно либо держать обороты все время выше 4000, либо переключаться на передачу ниже, а значит, все равно обороты будут высокие. А высокие обороты приводят к тому, что звук двигателя просто выносит мозг. Это как бы если внутри у тебя в черепе завели бы бензопилу. Вот ощущения очень похожие. И вся та тишина, которая, повторюсь, так радовала, она все куда-то моментально улетучивается. И самое интересное, что наступает этот момент после того, как скорость переваливает за 110. По, ну, некому
странному стечению обстоятельств, я думаю, что это просто совпадение. Именно 110 является максимально разрешенной скоростью на территории Российской Федерации, если следовать правилам дорожного движения. В Турции максимальная скорость несколько выше, и вот чувствуешь уже вот этот самый дискомфорт. Но в остальном, правда, все очень хорошо. Вот этот самый электроусилитель руля, который позволяет так легко, играючи, крутить баранку в городе, вот здесь абсолютно не дает ощущения размытости, он позволяет контролировать машину и на высокой скорости. И даже есть какое-то реактивное действие, ты ощущаешь связь водителя и автомобиля, ты понимаешь, на какой угол повернуты колеса. И в руле есть такая небольшая приятная тяжесть, которая позволяет действительно контролировать автомобиль на высоких скоростях. Здорово. Если бы вот не вот этот вот давящий на уши шум, то, может быть, все было бы и вообще замечательно. И действительно тогда Fluence можно было бы назвать автомобилем классом несколько выше, чем тот, в котором он выступает на самом деле. Кстати, чтобы соответствовать действительно высоким требованиям, в гамме предусмотрен 2-литровый мотор. И, может быть, действительно вот это выход из ситуации, потому что действительно машина не маленькая, и моторчиков 1600 кубов, 105 или 110 лошадиных сил для нее явно маловато. 2 литра и, возможно, еще дождаться появления роботизированной коробки передач с 2 сцеплениями. Надеюсь, что вот это позволит как раз решить эту проблему, проблему излишнего шума на высоких скоростях, шума от двигателя. Да и вообще езда с более моментным мотором, мотором чуть большего объема, более мощным, как ни странно, возможно, позволит и сэкономить топливо, потому что его не придется так крутить. А во-вторых, роботизированная коробка, естественно, тоже позволит и выбирать наиболее оптимальные режимы для двигателя, и, естественно, просто ездить с большим комфортом, поскольку не нужно будет пользоваться педалью сцепления. Пока комплектации предусматривают автоматические коробки передач, и то далеко не ко всем двигателям. И все же, какой мотор сюда не ставь, какую коробку не впихивай, Fluence изначально по природе своей все же течение очень спокойное, очень размеренное. И рассчитан он на людей таких же, привыкших к обстоятельности, к неспешности, и для которых вся жизнь устроена именно таким образом. И Fluence лишь удачное дополнение вот к этому размеренному, спокойному и устоявшемуся укладу. Ну что ж, вот и подошел к концу наш день с Renault Fluence. Этим плавным, неспешным течением нас вынесло к теплому и ласковому мраморному морю. Картина практически идиллическая, но обольщаться не стоит. Несмотря на то, что Renault Fluence абсолютно по всем статьям, за исключением, пожалуй, двигателя, бензинового двигателя, подчеркну, это большой шаг вперед по сравнению с Меганом седан, все равно эта машина, несмотря на все появившиеся навороты, остается автомобилем бюджетным, автомобилем эконом-класса, рассчитанным на людей с невысоким достатком. А посему тут, в этом сегменте, главную роль играет цена вопроса. Потому что покупатели таких автомобилей часто предпочтут более дешевый, нежели более продвинутый с точки зрения опций вариант. Продажи машин начнутся в марте 2010 года. И вот тогда уже мы сможем сравнить Renault Fluence с конкурентами, прежде всего с точки зрения цены и с точки зрения стоимости владения.